подшитые старенькие. Артисты на войне. Фронтовые агитбригады – летопись Великой Отечественной войны. Идеи выступлений рождались прямо на передовой. Воевали, танцевали и верили, что победят. Театр фронту. Гала-концерт «Взмах крыла». Финал театрального форума. Театр здесь начинается отнюдь не с вешалки. Гостей встречают тематические инсталляции. Вокзал, поле боя и госпиталь. Воссоздать атмосферу военных лет удалось артистам из театра «Крылья». Они шестой год подряд помогают артистам со всей России твердо встать на крыло. Театр наш называется «Крылья». Да, для того, чтобы что-то сделать, нужно этими крыльями поработать. Нужно хотя бы взмахнуть хоть одним крылом. Иногда второго крыла недостаточно, его еще нет, да, у начинающих студентов, у ребят из любительских коллективов. Вот мы им должны подарить второе крыло, чтобы они, окрыленные, летели и дарили нам полет своей души. Только видение не проходило. Следом за танками у моста пыльные парни в серых мундирах шли и стреляли от живота. Дыбились шпалы, насыпь качалась, кроме пожара не видно низги, будто бы эта планета кончалась там, где сейчас наступали враги. Стихи Роберта Рождественского «Война». На сцене Андрей Ведмецкий, артист и режиссер молодежного театра «Круг-2». Первый раз на сцену вышел в 7 лет и остался. В этом году труппа празднует юбилей – 45 лет. Они участвуют и на международных фестивалях, но «Взмах крыла» никогда не пропускают. Такие фестивали – это возможность повстречаться с единомышленниками, пообщаться, посмотреть работы коллег из других городов, даже регионов. В этом году на форум привезли спектакль «О вреде табака» Антона Павловича Чехова. Этот молодежный театр из Краснознаменска. А вообще география конкурса каждый год расширяет свои границы. Урал, Рязань, Орел, Пугачев, Подмосковье, Москва. На этот раз в программе более 80 спектаклей. Так жители Одинцовского округа становятся заядлыми театралами, на суд которых представляют как классику, так и современную драматургию. В финальную неделю выбрали 10 лучших постановок, а организаторы уже думают о планах на будущий год. Мы сейчас завершаем же шестой «Взмах крыла», да, и тут же открываем седьмой. Тут же, то есть со следующей недели опять к нам едут театры, 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 и вот этот круг, он просто не прекращается. У нас есть идея. Эту идею сейчас поддержал наш Одинцовский округ, да, и я очень надеюсь, что наше руководство и в лице Переверзи Валентины Викторовны, и прежде всего в лице Андрея Робертовича Иванова оценит эту идею и смогут нам помочь ее реализовать. Мы хотим начать показывать спектакли не только в театральном центре «Жаворонки», а показывать по всем лучшим площадкам нашего Одинцовского округа. Культурную инициативу поддерживают и местные единороссы. После подведения итогов форума, как и положено, награждение. Две премии за полет души и спектакль года. На этот раз гран-при и возможность сыграть на сцене Московского молодежного театра под руководством Вячеслава Списивцева получили сразу два спектакля. «О вреде табака» театра «Круг-2» и «12» Народного молодежного театра «Крылья». Каждому участнику вручили книгу «Театр на земле Одинцовской». Театральные подмостки уже ждут новых артистов на седьмой театральный форум. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».